Добрый день, с вами DSSL News, и мы ведем свой репортаж со стенда компании Perco. Сейчас мы попросим представителя компании ответить на пару вопросов. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите об основных направлениях деятельности компании. День добрый, меня зовут Савельев Дмитрий, я инженер технической поддержки компании Perco. Компания Perco более 20 лет является разработчиком и производителем систем контроля управления доступом. Мы разрабатываем турникеты, электромеханические калитки, контроллеры управления доступом и программный софт для управления. Спасибо. А теперь скажите пару слов о тех новинках, которые вы представили на стенде. На этой выставке мы представляем широкий спектр своей продукции. Мы показываем единую систему Perco S20. У меня за мной стенд. Это комплексная система, которая охватывает контроль, управление доступом и повышение эффективности предприятия. Также мы показываем два наших новых турникета. Это роторный турникет с контроллером управления доступом и формирователем прохода. И наша новая разработка – это тумбовый турникет с встроенным контроллером управления доступом и картоприемником. Также перечень наших контроллеров пополнился универсальным контроллером CTL04, который в зависимости от необходимости может управлять как турникетом, так и электромеханическими замками. И также к нему вторым уровнем можно подключить до 8 замковых контроллеров. И впервые на этой выставке широкой публике мы показываем нашу новую разработку. Это программный модуль «Школа», который был специально разработан для учебных заведений с учетом всей специфики, которая существует. Для родителей будет интересно получение смс-оповещения о том, что ребенок пришел в школу или не пришел, и получение ежемесячных отчетов. Для директоров школ будет интересен контроль доступа на территорию и также видеонаблюдение, возможность верификации, кто проходит. И также впервые на этой выставке мы показываем новые электромеханические замки, которые были разработаны специально для управления, для работы в системах контроля доступа. Эти замки лишены всех тех недостатков, с которыми вы можете столкнуться в обычных замках. Они корректно ставятся на охрану двойным поднесением карточки. Они имеют два режима работы, ночной и дневной. И представлены они в двух наиболее распространенных типоразмерах, 82 и 72 мм. И также они имеют два исполнения, нормально открытые и нормально закрытые. Спасибо большое за ваши ответы. С вами были DSSL News.